Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим о новом Nissan Patrol, который должны представить уже в ближайшее время. Актуальное поколение этого внедорожника на рынке с 2010 года. Поэтому неудивительно, что поклонники данной модели так ждут его полноценного обновления и уже с нетерпением хотят посмотреть на его внешний вид. Для таких людей у нас есть хорошие новости, ведь недавно производитель показал официальный тизер, на котором видны некоторые элементы дизайна. К тому же Patrol – это практически одна модель с Infiniti QX80, который представили пару дней назад. Поэтому дизайн нового Nissan уже почти не является секретом. В целом кузов, капот, остекление и силуэт будет таким же, как и на Infiniti. А вот переднюю и заднюю часть сделают оригинальной. Спереди мы увидим огромную решетку радиатора, массивный бампер и большие блоки головной оптики с C-образными ходовыми огнями. В похожем стиле выполнят и задние фонари. Они получат такую же графику ДХО и будут соединены светодиодной полосой. По технической части официальной информации пока нет, но уже известно, что под капотом новинки мы больше не увидим. Старый атмосферник объемом 5,6 литра. Скорее всего, на смену ему придет 3,5-литровый V6 с отдачей в 450 лошадиных сил и 700 ньютон-метров крутящего момента. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!